Вот когда мы ездим в наши путешествия, там, например, обломаются автобусы, потом... Ну, задержат на таможне. Да. Контрабасы. Здесь все было... Всякое бывает. Хорошо. Ну, и там собак на плотах. Спасибо. Классные группы, но, к сожалению, у вас очень редко можно увидеть в регионах. В основном Москва, Санкт-Петербург. С чем это связано? Загнался, какой-то механизм требуется, на мой взгляд. Но вообще на регионы уже приглашают. Для нас это очень приятно. Нам очень приятно бывать в разных городах, смотреть, как люди живут там, как они слушают наши песни, в частности. И уже неоднократные примеры были тому, когда мы приезжали. Пока еще не поставлены такие накатанные рельсы поездки по регионам, но я думаю, что в следующем году уже будем появляться. В сумеречном состоянии иду, чтобы отыскать источник этого божественного звука. И просыпаюсь, понимаю, что это был всего лишь сон, и решаю раз и навсегда добыть средства и купить себе контрабас. Ну, примерно через год моя мечта осуществляется. Ну, это как Менделеев открыл таблицу Менделеева, грубо говоря, да? С такого. Ну, вот, видимо, не знаю, мне почему-то... Меня вообще всегда притягивали низкие частоты. Ну, это... Но когда я их услышал в исполнении контрабаса, я подумал, что вот это мое. Ну, спасибо большое. А лето такого огромного фестиваля вы не выступили большой командой? Просто у нас есть... Основной состав – это трио, и мы большую часть концертов играем трио, примерно 95%. А как большой состав – это, ну… Излишество перевозки? Нет, для того, чтобы абсолютно нет. Красиво. У нас как бы полный состав – это трио, а не полный состав, как бы другой. Потому что мы иногда делаем разнообразие для концертов, мы приглашаем большой состав. И, собственно, на шествии нам было важно показать тот состав, в котором мы играем большую часть концертов. Это краски, и, краски, которые всегда хочется добавлять. Немножечко легкомысленный вопрос. У вас потрясающие есть песни. «Оторвемся по-питерски». Спасибо, что сегодня ее исполнили. Как вы отрываетесь по-питерски? Вот лично вы, ваше трио в ЕСП. А мы все отрываемся по-разному. Мы вообще все очень разные люди. И каждый отрывается совершенно по-своему. Хочется конкретики. Хорошо, я отвечу конкретно. Как правильно сказал Андрей, мы каждый отрываемся по-своему, например, в течение дня, и в течение вечера, и в течение ночи, и потом где-то под утро встречаемся в одном и том же месте, это бар «Пурга» в Петербурге. Причем абсолютно разговариваемся. Да, встречаемся взглядами, встречаемся, как сказать... Мысли. Да, и понимаем, что на самом деле жизнь продолжается. Мы счастливы, и отрыв идет в полную силу. Вы до сих пор не зависимы ни от какого лейбла, насколько я понимаю. Нет. Зависимы. Айви. Успехов. Айви. Айви.